Для Красного Креста 8 мая – дата в календаре особая. Именно с этого международного праздника по всему миру традиционно стартует марафон добрых дел, а если быть точнее – месячник Красного Креста. В этот период специалисты-волонтеры региональных организаций проводят для населения большое количество информационных, консультативных и профилактических мероприятий для привлечения внимания к деятельности и направлениям работы Красного Креста. В рамках месячника Красного Креста «Доброта в сердце каждого» мы, Белорусский Красный Крест, проводит единый день информирования Белорусского Красного Креста. По всей республике в это время проходят информационные акции. Цель нашей акции – это привлечение внимания широкой общественности к деятельности Белорусского Красного Креста, а также повышение имиджа Белорусского Красного Креста путем информирования по всем направлениям Белорусского Красного Креста. Сегодня у нас представлены почти все направления Белорусского Красного Креста, чем занимается Красный Крест. Место проведения акции для волонтеров Красного Креста и брещан уже знакомо. Это набережная Франциска Скорины. Именно здесь, к столетию общественного объединения, была установлена скамейка милосердия. И вблизи нее не раз проходили мероприятия в рамках месячника. В этом году свою палатку для информирования разместили вблизи арт-объекта «Индустриальное сердце». В этой локации специалисты-волонтеры знакомили людей с деятельностью добровольного общественного объединения. Одновременно работало несколько интереснейших площадок, которые привлекли внимание не только малышей, но и взрослых. Здесь можно было узнать все о Красном Кресте и принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи. Запрокидываем пострадавшему голову, закрываем нос, открываем рот и делаем два полных вдоха. И дальше продолжаем делать непрямой массаж сердца. Получить шарики, сделать аквагрим, поиграть на специальном ковре от ГАИ, а также узнать о волонтерской деятельности. Белорусский Красный Крест, основой работы Белорусского Красного Креста является волонтерство. Так как это тот мощный резерв общества, который Белорусский Красный Крест использует в реализации своих гуманитарных задач и достижения целей. Поэтому благодаря волонтерам мы оказываем огромную помощь людям. А без волонтеров Красный Крест, конечно, не смог проводить такую работу, которую мы проводим. Участники месячника с головой погрузились в мероприятие, и каждая площадка пользовалась спросом. Я много слышала о Красном Кресте, и у себя в гимназии тоже проводила мероприятие, где вспоминала о его деятельности, поэтому мне было интересно, какие вообще мероприятия это именно в Беларуси проводятся, и вот какие университеты вообще в этом задействованы, где можно вот прям вот приобщиться, так сказать, к помощи людям. Вот, ну и мне кажется, что очень как бы классно, что у нас просто на улице можно подойти и ознакомиться с теми же правилами, как это, первой помощи, потому что, ну, это невероятно важно, особенно как бы здесь вот на реке. Мне тоже нравятся такие мероприятия по поводу добровольной помощи гражданам и другим, ну, людям, получается. Я считаю, что это очень полезно, и вы с удовольствием принял участие вместе с Красным Крестом. Месячник продлится до 1 июня. Впереди брещан ждет еще масса мероприятий, приуроченных к месячнику Красного Креста.